Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить DMC. Остановились мы, если помните, на том, что ее похитили. Ну, не похитили, ее взяли в плен. И что-то у нее с руками странное. Назови меня, дай мне свежесть. Или как там? Освежи меня. Чего? Нет, это не Вергилий. Я не знаю, кто ты и почему тебе хватило глупости напасть на меня. Но не Вергилий, Данте, я не Вергилий. Но я знаю, что то, что ты ищешь для этой девочки, эта девочка кое-что значит для тебя. Кое-что значит, ты кое-что значишь для девочки, девочка кое-что значит для тебя, я читать не умею, да. Ну да, у нее грудь большая. Он не знает, что Вергилий тоже нефилим. Генерал-полковник немножко туповат. Ну, я думаю, можно, в принципе, обменяться, почему нет. Правда, скорее всего, он все равно ее убьет. Ему известно только мое имя, он не знает, что я твой брат и что я нефилим. Ну, да. Ну, тормоз. Перчатки у него мерзкие какие-то. Я не говорю, что мы обменяем ее на меня, я говорю, что мы предложим другой обмен. Кэт на любовницу Мундуса. Я Ванга. Да, я слышал это имя, но это поразительно. У нас есть доступ к нерожденному ребенку Мундуса. Это именно то, что нам нужно, чтобы выманить его из своего логова. А мне кажется, что она все время в его логове, даже в его комнате, наверное, находится. А вам не кажется странным то, что будущее человечества, когда там боги и демоны появились, там, я не знаю, 6 тысяч лет назад по их религии, и как-то человечество жило 6 тысяч лет без них, и тут вдруг внезапно, именно в 2013 или какой там у них год, будущее, наверное, именно сейчас нужно уничтожить этого демона, иначе человечеству придет конец, хотя как-то 6 тысяч лет с ним жили. Держит в центре города эксклюзивный клуб для кого? Для свингеров? Она подсаживает ничтожных слизняков на эту дрянь, превращая в бездушных пособников демонов. Вас нет в списке. Какие большие у них ручки, как... Знаете, у которых... типа... Fuck you. Эти... не то чтобы умственно отсталых, а тех, которые, например, люди руки ломают, или из комы только выходят, и их учат писать такими большими ручками. Они, то есть, намекают на то, что качки они, как умственно отсталые, которые только вышли из комы. О, я, похоже, часто в этом клубе зависал. Fuck you, Данте. Нет, это я fuck тебя. Как там по-английски это будет? Fuck here. Сын Спарты. Мундус желает его смерти. Если я доставлю ему труп Данте, он будет очень мной доволен. Хочу посмотреть на ее реальный мир. На ее реальный этот. Вообще музыка будет прикольная, которая в заставке.
Нет, немножко не та музыка, но тоже прикольная. Держи ритм, Данте. Чем мне за это дополнительные очки начислят? Да не его я хочу, чтобы других начал бить. Да вы задрали. Бля, Данте не переключается во время боя на другого врага. Меня это печалит. Ну, что у тебя еще припасено для меня? А, эти швали. А, она кидает щит на мобов и... И я не могу их бить. Зато могу ее бить. Так что это как-то неосмотрительно с ее стороны. О, вот разве это было некрасиво? Правда, тут я боюсь, что у меня сейчас приступ эпилепсии начнется из-за их пола. Музыка, пузырьки шампанского, девочки. Засохшим сломанным цветочком. Я пришел за тобой. Ну, знаете, по-моему, не стоит говорить ей то, что мы пришли за ней. Это немножечко может ее напугать. Или думаете, она такая самоуверенная? О, твоя морда. Так, ваши крылья мне не нравятся. Куда ты убегаешь, малышка? Хватит прыгать. Эй! Бля, вот ненавижу этих ублюдков. Как-то так. Я очень хочу узнать. Мы здесь немного времени. Прям какая-то арена, блин. Раньше практически в каждой игре была какая-нибудь арена. Похоже, это не исключение. Кажется, я немножечко облажался. И чё? Что-то я не понял. Показывает туда. Стрелочка. Или мне надо забить хер на стрелочку, или она туда показывает. А может мне сделать вот так вот? Или... Или вот так вот? Да нет, я же пере... А, нет. Вот. У дьявола есть талант? Все довольно просто, Данте. Выживший зритель в прямом смысле будет твоим. Мне придется вырвать твои мозги самой. Удерживайте Е, чтобы адские танцполы не причинили вам вред. Ага.
О, зеленые паучки. Чувак, неужели я только ради тебя сюда шел? Ну ладно. Проблема в том, что... Приступим-ка. Раунд один. Для такого одаренного парня, как ты, будет просто увеселительной прогулкой. Ну да, скорее всего, я клевый, потому что... А, вот оно что. Ну чё? Чё скажете? Они, по-моему, скандируют не моё имя. Чего? Большого идиота Лимба теперь один шаг ближе к этому званию? Бля, в натуре, вот не для эпилептиков эта игра. Ну чё, раунд 2? Из 7. Насколько ты быстр? У тебя есть 30 секунд, чтобы разделаться с моими ничтожными слугами. 30 секунд? Да ты шутишь. Для меня 30 секунд слишком мало. Этими, что ли? Это все твои слуги? Все, что ли? В натуре? Не, ну может 30 секунд это не так уж и мало. Ну тут видно то, что рассчитано не на клевых пацанов. Что за спешка? Так, и чё, я не понял. Типа, мне дают возможность или так пройти. Ну окей, я пройду так. А какая разница? Хм. А чё я ёбнулся? Почему я не долетел? Кто мне скажет? Кто ответит на такой простой вопрос? Вот тут вот, почему я не долетел? Странно. Ну ладно. О, мобы. А мобам можно ходить, значит, по этой? А, ну в принципе логично, они же демоны. Дирти. Но разве это можно считать? Ну чё, раунд next? Мы почти на середине. Как думаете, мои милые гуляки? Добавим немного остроты приходящему? Происходящему. Ну, кому-то, может, и приходящему. Сучка. Вы содрали меня. Эти скелеты похожи на анорексичек. А где второй? А, вот ты где. Ну ладно. Бля, а хпшечки-то никто мне не хочет восстанавливать. Так и умереть недолго. Похоже, у дьявола есть талант. А дьявол носит Прада у вас?
Я просто видел такой фильм. Да мне насрать, включенный свет, выключенный. Если честно. Ну, бля, этих мелких-то... А, ну, можно и так. Мне, в принципе, особо пофигу. Да, можно и так. Ну... Ну да. Это что, раунд 4 был, что ли? Ну и чё тут у нас? Дорожки. Зелёненькой. Жижи. Хочу видеть выражение твоего лица, когда ты... Когда ты появишься, ты такая... Бля. О, мне наконец-то ХП дали. И вот так вот его, со всех сторон, короче, заэтываем сейчас. Чтобы он... И за это Д дали, я же такой клевый этот финт придумал. А за это всего лишь Д. Бля, клубняк, это, конечно, забавно, но... А чё, у них Леди Гага в клубах не играет? Я бы послушал. Ну, как-то так. Эй, тоже неплохо. Где? Ага. Не люблю кулаки. О нет, погоди, не интересуйся, он хочет твоей смерти, а я обожаю давать ему то, что он хочет. Да, только ты не сможешь дать ему то, что он хочет, он наверняка хочет нормальную тёлку. А ты нифига не нормальная тёлка. Ты страшная, уродливая тёлка. В частности, моим друзьям здесь позволь мне представить тебя одному из них. Ах ты сучка. С одним, что ли? Как так вышло? Бля. Ах ты, блядь. А чё это за... Ну это, блядь, просто нудно. Он потому что... Как такового урона не наносит. Он просто надо, блин, по два удара ему наносить. Пока он... И что за звуки такие? А, нифига себе. Ах ты, сучка. Ах ты, блядь. О, я, похоже, по нему немножечко попадаю, или нет? А, это же опять эта хмырь, он все время сваливает. Ну, дали бы мне убить его, раз уж мы на соревнованиях, чё уж. Что? Намек на то, чтобы я купил что-нибудь или улучшил? Давайте улучшим фейерверк. Ну и, в общем-то, больше мне от него ничего не надо. 3500 накоплю, чтобы еще больше ХП было.
Этих 4, 2 есть. Ладно, должно хватить. Так, ну чё у нас тут? Почему они зеленые, но при этом... Да, чувак, хорошо ты спрятался. Хер тебя увидишь на таким... На такой этой... А. Скучаешь по своей под... Она сказала girlfriend. А girlfriend это девушка, это не просто подруга. Game is over, что я сильно сомневаюсь. Что, мы сейчас с ней будем драться? А, ну да, вообще-то закуп не просто так был. Хотя раунд 5 еще... Будем бить беременную тёлку, как настоящий американец. Или шотландец, как американцы шутят про шотландцев. Призрачный гнев. А его не бьют эти. Только простые. О, кровавый гнев. С этим будет сложнее. Да, его только этими можно их бить. А теперь будут оба, да? Магнит для самок. Да блять! Ну конечно они вдвоем нападают, шлюхи. Все, пока ее колбасит, я буду с тобой разбираться. Бля, недолго ты ее колбасила. Да блять! Там ты какой-то тормоз. Эй, пиздец! Когда ты сдохнешь-то? И когда сдохнешь, не забудь мне... О, блядь, их же надо было убивать-то одновременно, наверное. Ну, пиздец. Я не знал, что они тоже так. Да, блядь, ну ты мудак, Данте. Ну вот так вот. Уже неплохо. Сферу потратил, бля. Придется новую покупать. Нет, еще 6-й уровень, разве нет? Или что? Ну ладно, миссия завершена. Значит, ты... Сколько потратили на миссию? Тут написано? Время 14 минут. Ну, думаю, в принципе, достаточно. Думаю, на этом мы и закончим. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Сет. До свидания.